Отсудили 2 миллиона рублей за смерть. Через суд сыновьям удалось доказать, что их мать скончалась при испытании лекарства. Все случилось в Красноармейском районе. В 2014 году пожилая дама согласилась стать испытателем нового швейцарского препарата. Лекарство должно было разжижать кровь и предотвращать инфаркты. Однако после первого приема таблетки старушке стало плохо. Появилось головокружение и сильная слабость. Семья подопытной стала уговаривать не принимать больше средства, но дама их не послушала. В итоге умерла. По контракту с фармкомпанией 70-летняя женщина была застрахована на 2 миллиона рублей. Правда, получить эти деньги удалось лишь через суд.